Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Друзья, судя по тому, что видео начинается прямо в номере, я думаю, вы уже догадались, что у нас сегодня, как всегда, переезд. Кстати, напоминаю, что мы находимся в Дубае и на данный момент находимся в отеле City Max Business Bay. По традиции хочу вам напомнить, какой у нас апокалипсис всегда происходит перед переездом. Смотрите, шмотки раскиданы абсолютно по всему номеру. И это всегда очень плохо, потому что нам надо сейчас за полчасика все это собрать. Времени мало, так как мы любим долго поспать, то мы встали почти впритык. А нам надо в 12 уже покинуть этот номер. Жесть! Смотрите, сколько всего. И лицо, кстати, у меня почему-то запухшее. Я вчера съел читос острый, целую пачку на ночь. И теперь это такая жесть. Что с этим делать, кстати? Может, кто знает, напишите, как бороться с вот такими вот отеками после соленого и острого на утро. Также хочу вам напомнить вид из нашего номера, смотрите. Кстати, очень приятный вид вечером, потому что все эти машины ездят круглосуточно, и так сидишь на диване, и полностью открывается вид на дорогу. И также здания, дома, которые находятся в районе Business Bay. Следующий отель, который мы выбрали, находится снова в районе Аль-Барша, в котором мы уже отдыхали. Просто этот вариант стал очень выгодным, и мы так подумали, что в районе Аль-Барша нам понравилось, в принципе, больше всего по инфраструктуре. Там очень близко метро, там есть Лулу гипермаркет, в котором очень выгодные цены. Мы вам снимали обзор на этот гипермаркет. Я думаю, вы смотрели, что там курочку вообще можно купить за копейки. А те, кто смотрят нас давно, то знает, что мы очень любим жареную курочку. Отель называется Al-Khoury Atrium. Находится сразу же за Hampton by Hilton, в котором мы отдыхали. Также еще возле этого отеля есть какой-то парк, в который мы хотели сходить, когда жили на Аль-Барше. Но почему-то из-за насыщенной программы никогда не находили на это время. Я думаю, в этот раз уже точно все у нас получится. И мы для вас также покажем, какие парки имеются в Дубае. Потому что многие думают, что в Дубае парков нету, зелени нету, прогуляться негде. Вот именно ради этого, чтобы доказать этим людям обратное, мы сходим в парк, чтобы они убедились в том, что прогулочные зоны с зеленью здесь тоже присутствуют. Судя по настрою Русланы, собираться она явно не хочет. Я сейчас буду, мне недолго собираться, минут 10-15. Ты так, я смотрю, мягко лежишь. Мне так хорошо лежать, я просто не выспалась сегодня, мне было ночью очень жарко, и я поэтому плохо спала. Да, Руслана впервые в жизни сказала включи кондиционер, обычно ей холодно, а в этот раз мне было нормально, я спал, мне не жарко было, укрылся. Жарко почему-то, наверное, вчера чуть подгорело. Да, и плюс ты еще вечером в горячую ванну пошла зачем-то. Зачем, непонятно. Я обычно, когда после ванной нагреюсь, то потом я вообще не могу спать. У меня как будто бы тело все чешется, потеет, мне жарко. Я больше предпочитаю такую температуру ближе к прохладной, ну, чтобы было свежо, нормально. Потому что когда жарко, нет. Это не для меня. Ну и в принципе хочу вам сказать, что данный отель City Max Business Bay в принципе нам понравился. По инфраструктуре, конечно, он немножко хромает, но сам отель, сам номер, бассейн, в принципе, с этим проблем нету. Просто расположен он немножко на окраине района Business Bay, и чтобы попасть в основную деловую часть, нам надо перейти через мост, который, к сожалению, не маленький и находится не возле отеля. То есть сначала надо идти вдоль канала по набережной до моста, потом на него заходить, его переходить, и только потом мы уже попадаем в сам центр Business Bay. И чтобы этот весь процесс выполнить, то надо потратить примерно около 20 минут. А потом еще минут 20 надо идти до центра даунтауна Бурдж-Халифа. Короче, если медленной походкой, такой, ну, не то, что прям медленной ползти, а средней походкой, то за час можно попасть в район даунтауна, центр Дубая. Кстати, смотрите, какую конструкцию я соорудил. Дело в том, что эта мышка Apple нормально по этому глянцевому столу не вводится. Пришлось вот этот пакет Crocs сделать так, его, смотрите, зафиксировать, натянуть, чтобы по этому пакету нормально ездила мышка, и я мог для вас нормально монтировать видосики. Чувствую, пока я болтаю, то у нас уже не останется времени на сборы, так что, друзья, начинаем собираться и встретимся с вами уже в новом отеле, либо в лобби, короче, там уже как получится.
Ну и как обычно, мы покидаем отель, полностью обвешанные сумками. Смотрите, вот Руслана идет вся в сумках, я везу два чемодана. Будем спускаться, выселяться и, конечно же, переселяться. Кстати, когда мы заселялись, то надо было еще заплатить депозит 100 дирхам. И сейчас при выселении нам его успешно вернули. Так что будем уже вызывать такси. Смотрите, напоследок покажу вам, как выглядит лобби CityMax. Вот наши вещи. И все, едем в Аль-Барш. Руслана, смотрите, на телефоне сутками. Прям то в Инстаграме, то там голосовые какие-то, да? Добрались мы успешно до нашего отеля Алхури Атриум. Такси стоило от CityMax сюда 47 дирхам. Но мне кажется, нас таксист немножко обкатал, так как он кружлял очень много. Судя по карте, сюда можно было доехать немножко быстрее. Смотрите, вот главный фасад Алхури Атриум. Будем уже сейчас заходить и заселяться. Интересно, заселят нас заранее или надо будет ждать 3 часов? Так, друзья, сразу спешу сообщить вам плохие новости. Первый отель в Дубае, который нас не заселяет 12 часов. Абсолютно все отели заселили в 12. Тут нам сказали ждать до 2 часов дня. Ну, мы решили не расстраиваться и пойти покушать. Все-таки, кстати, отель, я смотрю, еще до сих пор строится. Здесь не все доделано. Капец, люди уже живут, но зато стройка еще идет, ну, да? Ну, вон, посмотри. Да, как-то это очень странно выглядит. Смотрите, мы в такое попадаем впервые. Тут тоже стройка. Короче, по фоткам было не то. Да, совершенно не то. Стоимость отеля мы вам скажем немножко позже, так как хотим подсчитать ее полностью с налогами. И остановились мы здесь аж на 4 ночи, капец. Я надеюсь, хоть номера будут нормальные, уютные. Это единственная надежда, что все-таки мы не разочаруемся по максимуму. Так, недалеко от нашего отеля нашли кафешку. Смотрите, Grassland Restaurant. Так вот все выглядит. Есть терраса, но почему-то все сидят внутри. Он для нас только один столик сделал. Вот так, смотрите, стулья подняты. Все сидят там, где кондиционер. И меню здесь, я смотрю, очень даже неплохое. Цены тоже приемлемое. Сейчас будем что-то выбирать и заказывать. Судя по надписям, здесь индийская, китайская, арабская и пакистанская еда. Ну, выбор большой. Будем сейчас что-то выбирать, я не знаю. Что-то так давно бургеров не ел. Может, бургер взять? Тут, кстати, я видел такой большой. Смотрите, вот за 15 дирхам двойной. Мега зинкер можно взять. Или блюдо какое-то. Блюда здесь тоже имеются. А ты что думаешь? Я, наверное, котту возьму. Котту опять? Я думаю, что да, мне она понравилась. Ты прям по Шри-Ланке ностальгируешь, да? Да, по полной, я смотрю. Ну, сейчас, короче, что-то выберем, закажем, покажем, что нам принесут и сколько за это все обойдется. Принесли мне уже мой бургер, смотрите, разрезал он на 2 части, в фольге принес. В принципе, я считаю, что большой, сочный, аппетитный. Я такой голодный, с сыром, кстати, даже. И картошка фри, майонез и кетчуп. Так что буду приступать, а Руслана будет еще ждать. Да. Я думаю, он сейчас уже принесет, что ты расстроен. Я тоже так думаю, они расстроились. Такое лицо, такая типа, блин, тебе принесли, а мне еще нет. Ладно, приятного аппетита. Так, не успел я еще съесть свой бургер, как Руслане уже принесли коту. Очень много лука он набросал, а лук не люблю. Ну так ты его сгреби в сторонку, я его поем. Да, хорошо. Приятного аппетита. Кстати, спасибо. Как тебе? Вкусно, так же самое, как и там. Острое? Да, острое. Как на Шри-Ланке, да? Угу. Да. Жестко, друзья, вот это спайси. Русланы спросили, острое или нет. Она сказала да. И в итоге сейчас офигевает от остроты этого блюда. Да, очень острое. Не, ну я люблю острое. Вот попробовал, то оно реально вкусное. Не, оно вкусное, оно прям сильно острое. Тот раз было не так остро. Короче, если будете в таких кафешках есть, то обязательно уточняйте, острое вам или нет, чтобы потом вы так не офигели, как вот Руслан, а слезы текут. Рассказывай, что случилось? Мне все печет, я больше не буду брать коту. А мне нормально. У меня вокруг губ все печет, вообще все печет. Там был и перчик, и чили, да, и специи. Да, они еще очень много подобавляли чили, помимо того, что они сделали его острым, еще туда чили положили, это ужас. Да, смотрите, мы тут как беженцы какие-то сидим, точно, что где-то в Пакистане. Один столик для нас сделали, все опечатано, смотрите, ленточки. Так, смотрите, принесли нам счет, получается, коту 13 дирхам и мой бургер 15. Никаких налогов, ничего. Итого за все мы заплатили 28 дирхам.
Я считаю, что стоимость вполне себе адекватная, даже можно сказать бюджетная. И что самое интересное, такие вот пакистанские, индийские ресторанчики есть практически во всех районах. Мы когда жили даже в Дубай-Марине, возле нас был квартал таких районов, возле отеля Стелла Димара. И мы там тоже заходили и кушали рис, курочку и другие индийские, пакистанские блюда. Так что возьмите себе на заметку, если хотите именно максимально бюджетно кушать в ресторанах, то ищите, чтобы ресторан был пакистанский, индийский. Короче, смотри, Руслана отстала, думаю, что-то случилось, а в итоге что? Ну там жук летел, не жук, а какая-то или бабочка, она перевернулась и не могла перевернуться обратно, я ему помогла. Ну, а я такой разворачиваюсь, а нет, думал, ты там упала или что-то случилось. Короче, Руслана умеет подколоть. Этот пакистанский ресторан, кстати, находится практически возле нашего отеля Алхури Атриум. Вот он перед вами. Кстати, в отеле еще есть бассейн. И я очень надеюсь, что все-таки нам дадут нормальный номер и заселят уже сейчас. Потому что уже 1:30. Они сказали, можете немножко раньше прийти, и мы вас заселим. То есть как раз мы пока сходили пообедали, нам уже и подготовили, можно сказать, номер. Ну, друзья, наконец-то долгожданное заселение в отель Алхури Атриум. Смотрите, номер у нас 402 для некурящих на 4-м этаже. И давайте по традиции проведем рум-тур. Получается, заходим в номер. И, как всегда, справа у нас идет санузел. Большая такая ванная, смотрите, два полотенца. Это у нас гель для душа, шапочки там и так далее. Потом есть тропический душ, есть обычный. Такой вот умывальник. Мыльцо, зеркальце, мне кажется, я опять подгорел, смотрите, пока мы ходили искали, где пообедать, опять лицо стало красновато-коричневым, вот. Так, тут у нас зеркальце для бритья, фен, это для чистки зубов, все у нас, унитаз, как всегда, телефон, а-ля позвони, принеси мне бумаги, и картина прямо в санузле. Так, смотрите, идем дальше, тут получается пуш, to open, открываем, и у нас огромный шкаф с сейфом, это получается Коран и коврик для молитвы, ну, и смотрите, получается подушка, тут у нас шкафчики, в принципе места в шкафу вполне достаточно, есть еще вторая часть, тут у нас уже вешалки, ну, в целом места вполне себе достаточно. Это уже муляж. Тут нету ничего. И смотрите, такой вот огромный номер. Он полностью такой же, как и на фотографиях. Это, кстати, впервые, что номер вот прямо точь-в-точь такой же, как и на сайте, где мы бронировали на фотографиях. Справа у нас получается 2 стакана, 2 воды, чай, кофе, сливки, 2 чашки, нормальные чашки и стаканы, потому что в прошлых двух отелях были бумажные в связи с пандемией, а тут, смотрите, чашки из Икеи у нас, ничего себе. Чайник, ну тут полочка такая обычная, может что поставить. Огромная кинг-сайз кровать. Кстати, очень красивые цвета, смотрите, в таких ярких цветах исполнен номер, мне очень даже нравится. Это у нас Руслана, которая наконец-то дождалась кода от Free Wi-Fi, да? Столько радости сразу на глазах. Есть небольшая гостевая зона, смотрите, огромный круглый стол, диван. Прикроватные тумбы, кстати, есть с полочками, тоже все это имеется. И огромный стол, где я смогу монтировать видео. Смотрите, какой он большой. Есть удобное кресло, смотрите, на нем я буду сидеть и загружать и монтировать для вас видосы. Тут у нас салфетки, есть также USB и тройные розетки. По-моему, вот такой вариант тройных розеток подходит и для двойных. Я, конечно, не уверен, но в некоторых отелях в тройные розетки без проблем можно воткнуть наши стандартные двойные вилки. Огромное зеркало, светильник, плоский телевизор. И тут у нас тоже идут шкафчики. Это, я так понял, конверты какие-то ненужные. Я думал, что это, открытку можно отправить? Друзья, кому открытку отправить? Смотрите, можно реально подписать и отправить кому-то из вас открытку прямо с отеля Алхури. Тут, где мы сгрузили наш весь багаж, тоже есть огромная полка для обуви. Смотрите, сюда можно скидать всю свою обувь. И мне кажется, для нас этот шкафчик совершенно не нужен, так как у нас двое пар кроссовок и пару тапочек. Но давайте еще с другой стороны глянем на номер. Смотрите, Руслана вообще там где-то в своем мире. И, кстати, забыл, да, вот, имеется еще кондиционер, конечно же, вот.
можно выставить, он включен. И холодильник с прозрачной дверкой, смотрите, как красиво все сделано. Вид у нас из номера, смотрите, на соседний отель. Ну, такой себе вид. Хорошо, хоть с другой стороны не видно нас, потому что огромное панорамное окно. И если бы я тут ходил голый, то все вот эти люди, которые вот видите, напротив нас живут, находятся, они бы смотрели на это все прямо, вот смотрите, очень рядом мы друг к другу находимся. Есть два окна. Я не люблю, кстати, когда окна не открываются в отелях, потому что очень спертый воздух, и иногда хочется хотя бы вечером или днем проветрить. Ну и, конечно же, более чем уверен, вас интересует один самый главный вопрос. Стоимость данного отеля составляет $163 за 4 ночи. Так что, в принципе, вариант недорогой, бюджетный. Конечно, огромный минус, что в лобби там что-то вечно ремонтируют. Я так и не понял, то так надо, чтобы то лифт был такой, как будто бы недоделанный, может, это какой-то лофт-стиль. Но Руслан говорит, нет, нифига, это скорее всего так должны все-таки доделать. Напишите, кстати, в комментариях, я вам показывал лифты, как вы думаете, так должно было быть, или это лофт-стиль, недоделанный ремонт, который называется. Ну, а сейчас мы будем разбирать наши вещи, переодеваться и, скорее всего, отправимся на бассейн. Конечно же, возьмем вас вместе с собой. Поднялись мы уже на крышу отеля. Смотрите, какой здесь огромный бассейн. Прямо вот как будто бы инфинити. Тут лежаки прямо на бассейне. И сейчас будем тестить воду. Водичка вроде бы теплая. Ну, просто идеально, что я вам скажу. Вода теплая, Руслана зашла. Это показатель того, что водичка теплая. Да, очень красивый, кстати, вид. Мне нравится этот бассейн больше, чем все остальные в других отелях, в которых мы останавливались. Кстати, смотрите, позади нас опять виднеется Новотель, который у нас прямо с окна из Хилтона был виден. Просто Хилтон тут тоже недалеко находится, через квартал примерно. А так-то, смотрите, нормально, можно плавать, не сильно глубоко, но мне примерно по шею. Там уже виднеется Mall of the Emirates, Кемпинский. Ну, короче, в целом басик такой нормальный. Плавать можно. Руслана решила испытать бассейн с другой стороны. Тут он идет немножко глубже. Даже я на носочках хожу. А ты за бортик решила, да, держаться? Да, так я могу здесь хотя бы стоять. Кстати, смотри, отсюда виднеется Бурдж-Аль-Араб, даже да, парус. Смотрите, на горизонте виднеется где-то пол этого отеля, верхушка. Изначально даже не обратил на это внимания. А так, конечно, в целом идеально. Я просто представляю, сколько сейчас градусов мороза в Киеве. Хотя вроде бы уже потеплело немного, но все равно я считаю, что в Дубае сейчас как раз идеальная погода, чтобы купаться, загорать. Конечно, может, в море немножко вода такая прохладненькая, средней, точнее, температуры. Градусов 22-23, не больше. Но зато летом здесь вообще невозможно. То есть, если вы купаетесь в море, вы не охлаждаетесь, а на улице жарко, и в море аналогично жарко. Мы когда-то были в Шарджа в июле месяце, то, поверьте, я знаю, о чем я говорю. О, какой пловец. Так смешно плаваешь, не знаю. Не глубоко, не глубоко, нормально. Нормально, все, можно уже пешочком ходить. Так, проведем здесь, наверное, ближайший часик, да? Я а потом думаю, уже посмотрим, да, чем будем заниматься. Может, все-таки в парк сходим? Угу. Или ты не особо хочешь? Ну, не, можно пройтись. По карте не сильно далеко, посмотреть хотя бы. Просто что, жарковато сильно, может, на улице. Под вечер будет не так жарко уже. Ну да, пока здесь покупаемся, позагораем. Я думаю, погода изменится. Также, смотрите, с другой стороны бассейна есть такие вот шезлонги, которые находятся прямо в бассейне. И тут мелко, всего лишь 50 сантиметров. В принципе, для детей можно и тут плескаться. А так, в целом, классный басик. Много места. Вот. Мне нравится, что вода очень теплая. Руслана уже подзагорела. Будем собираться, да, идти куда-то в парк. Да, все-таки же обещали, надо показать. Да и мы тут сколько жили, ни разу и не ходили в этот Барчинский. Не сильно далеко, как раз посмотрим. Пока мы идем к парку, я заметил, что по пути нам встретилось около 5 пакистанских и индийских вот этих ресторанчиков, где недорого можно перекусить, а также очень много всяких мини-маркетов. Но я все-таки рекомендовал бы брать в более крупных, таких как West Zone, Carrefour или Lulu, например. Лулу находится возле Mall of the Emirates, мы снимали обзор цен. Также Carrefour находится прямо в молле. Там и готовая еда есть, и очень большой выбор. А в таких мелких маркетах разве что можно взять водичку или какой-то бомж-стакан или бомж-пакет. Ну, максимум хлеб с соусом. Саша Бьюти Салон. Салон красоты от Саши.
Вот мы и добрались до парка. Смотрите, здесь можно прямо на входе взять в аренду велосипеды, мини-баги, машинки такие. И очень все зелено прямо сразу. Смотрите, пальмы, клумбы. Дальше еще видно озерцо. Сейчас прогуляемся, покажем вам, передадим атмосферу. Но мне как-то это все напоминает, как у нас. Смотрите, продают всякие кофе, чай, там всякие игрушки для детей. Также... Что? Кто-то тапки оставил свои, да, и пошел босиком. Но атмосферка такая интересная, как будто бы вернулись куда-то домой. Если вдруг вы будете жить в районе Аль-Барш и вас заинтересует это место, то называется Аль-Барша Понт Парк. Он тут один на районе. Я думаю, по Google Maps, если откроете, там зеленая локация, она одна, ее несложно будет найти. Смотрите, можно взять в аренду катамараны в виде лебедей. Очень интересно сделано. Либо стандартные катамараны с козырьком, кстати, что очень хорошо. Смотрите, как много птиц. Вообще классно придумали. Хорошо, что есть такие вот зеленые места, куда можно приехать, да? Еще я смотрю, очень много цветов в этом парке. И запах, да, такой стоит, цветов, да, хороший. Везде очень много цветов. Лавочки, смотрите, набережная, многие на великах катаются. Но в целом атмосфера, как у нас в парках. Очень даже хорошо, приятно. На поляну с мячом люди выходят, с детьми. Все поприходили. Это качели, смотрите, в цветах. Мы такого никогда не видели. Сейчас подойдем, посмотрим. Смотрите, Дубай Паблик Паркс. Общественные парки, цветы и такая вот качелька прямо с цветами. Вот Руслана, смотрите, как довольна. В детство вернулась прям, да? Прикольная качелька. Не, ну классно, я такого еще не видел, чтобы качелька была так украшена цветами. Ни одна Руслана решила вспомнить детство. Ну, блин, мне кажется, у меня... Задняя точка, пятая, сильно большая, чтобы сидеть в этой маленькой качельке. Буду слазить, чтобы случайно не оторвалась. Ну а вот, собственно, ответ для тех, кто говорит, что в Дубае пустыня, высотки, каменные джунгли. Нету вообще зелени, цветов. Смотрите, какие красивые парки, как много цветов. Там вот полностью все в цветах. Деревья, пальмы растут прямо в парке, даже вон на деревьях цветы. Идеально, атмосфера идеальная для прогулки. И погода сейчас супер вообще. Мы под вечер вышли, прогуливаемся, не жарко. Наслаждаемся и считаю, что ничем не хуже, чем у нас. Цветочки прямо на деревьях. Интересно, что это за дерево? Тут вот тоже клумба, смотрите. Руслана снимает все в инстаграмчик. Смотрите, если вы приедете сюда с детьми, то прямо в этом парке есть детская зона с горками, качелями, всякими лестницами. Короче, нормальная такая зона. Я думаю, дети найдут, чем себя занять здесь. Присутствует также дорожка для бега. Кстати, она очень мягкая, такая резиновая, что ли. По ней очень мягко и удобно бегать. Не набьете себе ноги, как бегали бы вы на асфальте или на плитке. Так что, в целом, я считаю, что есть чем себя занять в Дубае. Есть и зелень, есть и парки. Кстати, вчера листал вечером сайт Туристина Дубай и нашел еще парк светящихся фонариков. Это вообще популярное место, но мы никогда там не были. И мы приобрели тоже билет. И хотим сходить, возможно, завтра или послезавтра вечером. Так что, друзья, если вы, кстати, заинтересованы в покупке экскурсий, билетов в парке аттракционов или аквапарки, билеты на сайте Туристина Дубай идут дешевле, чем в кассах на парке. Так что оставлю вам ссылочку в описании на сайт и инстаграм Туристина Дубай. Вы можете оплатить все в онлайне, без проблем получить билеты на электронную почту, а также на сайте присутствует русскоговорящая поддержка. Поэтому, друзья, рекомендую. Ссылочка будет в описании под видео. Нашел карту этого парка. Смотрите, по центру идет большое озеро. Вот название — Аль-Барша Понт Парк. А мы уже, друзья, нагулялись, около часа провели в этом парке и будем сейчас идти в сторону Mall of the Emirates, чтобы скупиться продуктами на сегодняшний вечер. А если вам понравилось это видео, обязательно поддержите нас лайком, напишите свои комментарии, а также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать очередные интересные выпуски с Дубая. А также подписывайтесь на наши с Русланой инстаграм по ссылочке в описании, чтобы наблюдать за нами в реальном времени. Мы загружаем очень много сториз, постим фотографии, а также делимся полезной информацией с вами. И до скорых встреч. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.